6 апреля в Брюсселе планируется встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Израильский эксперт, глава израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арье Гуд, дал Баку ТВ РУ свой прогноз итогов очередного раунда переговоров и рассказал, насколько высоки шансы на скорое подписание мирного соглашения. Очень, конечно, хотелось бы надеяться на то, что в конце концов будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией. С азербайджанской стороны президент Алиев дает полные гарантии мирного сосуществования, мирного понимания ситуации и предлагает настоящий мир с Арменией. В Армении же ситуация совсем другая. В Армении есть политический истеблишмент, очень нестабильный. Во власти находится Пашинян, который вроде хочет мира, но с другой стороны мы видим другую ситуацию. Есть очень много противников мирного договора с Азербайджаном. Но геополитическая ситуация говорит о том, что если Армения не примет условия Азербайджана, Армения опять останется в той же геополитической изоляции. Поэтому я думаю, что у Армении нет много времени решать. Если она не хочет подписать мирный договор с Азербайджаном при посредничестве России или при посредничестве Европейского Союза, она останется, к сожалению, за бортом. И Азербайджан будет продолжать вести ту геополитическую игру и тот геополитический лабиринт, который Азербайджан уже много лет создавал. Поэтому очень хочется надеяться, что Армения восторжествует разум. Но, честно говоря, внутри я чувствую, что, к сожалению, армяне еще не готовы к этому миру. Армяне должны покаяться за то, что они сотворили на освобожденных, оккупированных территориях. Я был на этой территории, я видел, в каком виде все это находится и как все это тяжело. Но мы надеемся, что Азербайджан своей силой, своими возможностями восстановит тоже и оккупированный армянами Карабах.